А перед просмотром этого видео я хотел вас попросить зайти подписаться на канал Phobos Wolf. Здесь ты сможешь найти Майнкрафт, выживание на карте Agrarian Skies и также сезон под названием Copper Coin. Если вы хотите узнать больше и если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите, подписывайтесь и смотрите его видео. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И, ребята, знаете, что я так подумал? Давайте мы в этой серии будем выполнять вот эти побочные задания. Так, сейчас. Пускай они поговорят. Точки сброса на отправить зон подбора и перейдите конкурентов. Короче, ребята, в этой серии я решил, что я не буду ничего тюнить, я не буду проходить какие-то основные задания, я даже не буду проходить побочные задания, а я буду проходить побочные задания. Это вообще дополнительные какие-то задания для Тревора, точнее, того имущества, которое мы купили, а мы купили же аэродром. Поэтому, ребята, сейчас мы будем выполнять задание, которое предоставил нам аэродром. И все. А. Так. Я думал уже сесть в ту машину, но оказывается нет. Так простенько. Если за это нам даже будут нормально платить, то почему бы не проходить? Мне кажется, это даже будет очень интересно. И, ребята, сразу же хотел сказать, пока не забыл, давайте мы наберем 250 лайков на вот этой серии GTA 5. Если вы хотите видеть новую серию прямо сегодня, еще одну новую серию GTA 5 сегодня или завтра. Все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. Если мы наберем, еще расскажу, если мы наберем... Оторвитесь, ага. Если мы наберем 250 лайков, то новая серия GTA 5 выйдет еще даже сегодня, еще одна новая серия, или все-таки выйдет завтра. То есть, сколько серий будет в день, когда будет выходить GTA 5, зависит, ребята, только от вас. Поэтому поставьте лайк, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее. И также, ребята, хотел бы сказать спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий и также подпишется на мой канал, кто еще не подписан. Я, ребята... Еще раз скажу, я буду очень сильно этому рад. Я рад каждому новому подписчику и рад тем, кто тоже меня ценит и ставит мне лайки и комментирует видео. Комментирует, в принципе. Но все же, ребята, сейчас, смотрите, мы уже это все прошли. Сейчас быстренько возвращаемся на место, куда нам нужно. Вот такая погода, дождивая и также ночь. Я, если честно, даже обожаю такую погоду, дождь, ночь. Ух ты, нифига себе светится. Прошли. 5000 за 3 минуты, ребята. Офигеть. Подобрано, микро-ПП. Круто. 5000, ребята, за 5 минут, за 3 минуты даже, это даже очень круто. И сразу же приступаем к следующему заданию. Сразу же следующее задание, но сейчас на самолете. Как я ненавижу вот эти задания. Как я вообще ненавижу не на самолете летать, на вертолете. Упс. Ху. А, доставьте... Ага. Доставьте груз с точки сбора. Понятно. А, если я помню, то груз сбрасывать... Ух ты, нифига себе. Это прям какой-то майор был опасный. А, если я помню, то груз сбрасывать на пробел. У нас здесь одна фальшивая... Ну, не то, что фальшивая. Одна неудачная попытка. То есть... Если мы промажем, то мы еще раз можем туда вернуться, еще раз попытаться скинуть. Офигеть, я, знаете, это вторая попытка, ой, нужно ниже. Это второй раз, когда я прохожу вот эти дополнительные задания с нашего бизнеса, и второй раз я прохожу их, когда идет дождь. А, ребята, когда идет дождь, это очень хреново, потому что заносит очень сильно самолет и... Им, если честно, очень трудно управлять.
Так, круто. Но все же, как раз дождь прекратился, даже очень и очень и очень круто. Сейчас нам нужно сюда. В эту... О, я вижу, ребята, уже там желтенький дым. Нам нужно туда быстренько подлететь. У нас еще есть три попытки. То есть нам нужно сбросить два груза, но один раз мы можем промахнуться. Конечно, не хотелось бы промахнуться, да, чтобы опять возвращаться и пытаться его скинуть. Но все же. Это даже круто, то есть это такие небольшие, знаете, разнообразия в том же GTA, да, не только же тюнить, не только же выполнять основные задания, даже не только выполнять дополнительные задания, а выполнять задания с той недвижимости, которую ты купил. Это очень круто, ребята, мне, если честно, это нравится. Так. И еще, ребята, ой! Я как всегда в своем стиле. Ну что, ребята, еще раз пробуем. Еще раз пробуем нормально, мирно тут пролететь, не разбиться, не врезаться ни в какое дерево, ни в какой столб. И нормально, спокойно пролететь. Хотелось бы, если честно. Так, я уже дым вижу, очень сильно, да, все его уже видят. Ой, так. Ху. Ай, лучше выше. Так, замечательно. Сейчас достать груз к следующей точке. Следующая точка у нас там. Но мне кажется, нужно пролететь не через гору, а над горой. Но я боюсь то, что система вот это обнаружение этих военных сможет меня запалить. Не хотелось бы, если честно. Так, давайте вот сюда. Давайте вот сюда. Лучше мы облетим, а то сейчас, если быстро вот так моментально залетим на вот эту гору, то мы, наверное, даже с нее спуститься не сможем. Потому что вот эта система нас сразу запалит. Вот, видите? Ух ты, это что такое? Я тут, если честно, еще даже ни разу не был. Не, ну как бы, чувак, подожди, нам нужно вот туда подняться, выше. Так, ладно, если у нас так не получается, значит, будем облетать. Ребят, другого выхода у нас нету, нужно облетать. Хотя, если честно, не представляю, где нам тут облететь нужно, чтобы нас не засекли. Нет! Фу. Ребята, сейчас, подождите немного, потому что это слишком. Офигеть, как мы пролетели. Так, сюда. Главное, вот сейчас никуда не врезаться. Фу. Совершите посадку на аэродроме. Пожалуйста. Пожалуйста. Ребята, давайте мы сейчас не будем разбиваться, хотя бы постараемся этого не сделать. Мы уже завершили это задание, все, что нам нужно, это сейчас мирно долететь до аэродрома. Track my every move. It's a perfect storm of paranoia and recklessness. How can we go wrong? And about this competition. Who the fuck are they? Who are they these days, man? They're runners everywhere. Повсюду контрабандисты, местные шизанутые деревенщины, мексиканцы. Так. А я забрал, я забираю убирать шасси. Ну ладно, в следующий раз буду знать. Да, в принципе, сейчас можно даже убрать. А то, что я сквозь эти провода летаю, это все нормально. Это все нормально, они нас не задевают, мы сможем спокойно через них пролететь. Так, куда нам нужно? Я, если честно, не догоняю, где там аэродром вообще. Я просто ищу, знаете, полосу, где можно на него приземлиться. То есть не просто же я на него залечу с любого ракурса
Ага, вижу. Хреново, хреново. Охренеть. Я не с той стороны, ребята, залетел. Но, в принципе, я думаю, ничего страшного нету. Мы сможем тут нормально развернуться. Да. Я прям приземлился, как про какой-то. Так, сейчас давайте загоним его вот сюда. Опа. Тихонько, тихонько. Спокойно. Во. Замечательно. Шикарно, ребята. Фух. Бонус за точный сброс. Ух ты, 7 кусков. То есть, ребята, смотрите, мы заработали около 12 тысяч. Нормально. Нормально. Опа, давайте еще одно, давайте еще одно. В этой серии мы будем вот это проходить. Окей, Оскар, время для дяди идти на работу. Ага, поехали. Это прикольно, ребята. Если честно, это мне даже очень сильно нравится. Вот такие. Точка сброса оружия на радаре, не выезжать на большие дороги, чтобы не пастись на полицию на глаз. Ага. Если вы останетесь на дороге надолго, копы вас заметят. Ясно. Офигеть. Тут еще и такое есть. То есть, ладно, на самолете нужно летать низко, чтобы радары тебя не заметили, да? Но тут уже даже, смотрите, на дороге нельзя долго оставаться, потому что полиция тебя сможет заметить. Уй. Через горы. Через горы, через расстояние. Ла-л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 а. Так. Сюда. Да, в принципе, мы уже сюда доехали. Мы так, знаете, скоротали вот этот путь. Так, нормально. Да твою мать, ты заедешь сюда? Down, да я уже тут. Охренеть. Ух ты. Они думают, они крутые. Лучше бы вы так не думали. Лучше, ребята, бы вы так не думали, честное слово. Где? Ну, с этими разобрались, дальше. С этими тоже разобрались. Какие-то вы слабенькие. Все. Какие-то они никакие, ребята, честно. Этот баги, это, ребят, очень сильно. То есть, вы видите, что он по горам ездит. Ему пофиг вообще, где ездить. И вот так мы скоротали, может, минуты 5 пути. Минут 5. Вот, смотрите, мы через гору просто-напросто переехали, и все. Все. Мы уже практически на месте. И вот так мы за 2 минуты сейчас заработаем 5000. Или сколько там. Или не за 2, в принципе, сейчас нам вот это все покажет, сколько времени прошло. Главное, на дорогах не оставаться. Нахрена я... Оторвитесь, ага. Yes, I'm officially being chased now. Ух ты, меня сейчас убьют. Я так смотрю на жизнь, у меня там маленькая полоска красная осталась. Где этот придурок? Давай, давай. Один на один. Я выиграл. Дебилои. А что ты хотел против Тревора? Что ты хотел? Так, и мы уже тут, ребята. Опа! Сколько? За 3 минуты мы заработали 5000. То есть за серию мы уже заработали 17000. Все. Больше заданий нету, да, ребята? Больше сейчас заданий нету. Мы не можем... Не на баге что-то делать, мы не можем не на самолете что-то делать. В принципе, задания уже закончились. Давайте, знаете что, давайте еще вот это задание пройдем. Что это такое? Мини-задание какое-то. Я надеюсь, в эту машину можно сесть и туда доехать? Можно. Ну, просто я думал, она только для задания, но все же можно. Когда заданий нету, то можно и на ней доехать. Ай. Вот так. Фух.
Фу, 1 километр, мы это проедем за 2 секунды, не верите? Ну посмотрите. Все, мы уже доехали, ребята, мы уже практически доехали. Сейчас посмотрим, что это вообще за задание. Так, что нам тут делать? Это дополнительное. У него пуля в этом затылке. Все нормально, чувак ходит. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Так, это что-то будет интересное. Покиньте сектор. Покидаем на нашей машинке. Там есть другая, но мне эта багги нравится. Она очень прикольная. И очень круто ездит по этим пескам. Так, теперь вам доступны задания по поиску сбежавших обвиняемых, освобожденных под залог. Тревор будет получать от МОД электронные письма. Ага, то есть это не было задание, это было как мы приняли какую-то цепочку заданий, которая нам будет по ходу дел появляться. Это прикольно, это прикольно. Так, что тут еще есть? Давайте еще сюда заедем быстренько, тоже 2 секунды мы туда доедем. И вот мы уже практически добрались до места назначения. Сейчас куда нам? Ага. Ага, это охота какая-то. Hey, bud. What you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Tyrese? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Is the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Ого, на что мы будем охотиться? На антенны всякие, да? Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already did. Screw them. Во! О, это реально прикольно. Где? Вижу. Еще. Ага, вижу. Прикольно! Так. Сейчас, секунду. До какого мотеля нам нужно добраться? Сейчас, дайте я посмотрю. Ага. А тут баги. Это наши баги и его. Давайте сядем в наше. Куда нам нужно? Ага, вижу. Ну, садись. Да, охота. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm to table bullshit. Here we are. Дальше? Куда? Вот реально, знаете, охота мне нравится. Охота мне нравится. Даже можно потом продолжить будет выполнять вот эти дополнительные задания и пойти с этим чуваком куда-то на охоту в лес. Ага, стрелять по машинам.
Да, очень весело. Так, ну ладно, ждем еще машинку. Ждем еще машинку. О, вижу. Цель, наша дичь. Давайте еще одну. Вижу. Это будет сложно. А, не, нормально. Давай. Три машины. Давай, чувак. Ну, двигайся уже. Да куда? Дебил. Нужно убить его или не убить? Так. Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. And we are nothing if not neighborly. Ребята, знаете, на кого мы сейчас идем охотиться? На койотов, которые могут где-то гулять в пустыне. Это будет прикольно, но мне кажется, было бы круче, если бы мы уже вот это сейчас их убили и закончили это задание, потому что долго так тоже не хочется ходить и стрелять. Опа, наверх. Я даже, если честно, этого не видел. Куда? В какую сторону? Сюда? Иди сюда! Нифига себе, я еще и попал. Извини, птичка, я не хотел. Я не хотел, птичка. Don't let him get the jump on you, Trevor. Drop it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Они за нами бегут. I have three speeds. On, off, and don't push your luck. That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out of Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Новый контакт. Клетус. Офигеть, имя у тебя, парниша. В меню настроек можно включить опцию передвижения во время использования снайперского прицела. Ага, так, сейчас, мне сообщение прислала вот эта мадам, но мы, наверное, это все уже выполним потом. Привет, Тревор, мне сообщили... А, Тревор, можно начать их вот за головами. Если посетить точку, где последний раз был замечен подозреваемый, награда будет больше, чем подозреваемый взять живым. Ух ты! Награда? Это интересно. Привет, Тревор. Мне сообщили, что этот негодяй прячется на дне карьера. Говорят, что это скользкий тип. И когда он увидит тебя, он наверняка побежит. Фото. Островский. Ага, он лысый старикан. Последнее известное местонахождение. Ух ты, так это какой-то детектив даже, да? То есть нам нужно запомнить, как он выглядит. Нам нужно потом будет искать между всех людей именно вот этого и его убить. И нам также, ну, не дается какое-то определенное место, мол, пойди туда, он там, он тебя уже ждет, приди, убей и уйди, да? А нам по этой фотке нужно будет его как-то найти. Если честно, это даже очень прикольно, но я не представляю, где это. Может, вот тут, смотрите, может, вот тут. Вот это карьер, мне кажется, вот тут. Ну ладно, потом, ребята, мы это все посмотрим. Давайте на это будем заканчивать. Я еще раз скажу, если вы хотите видеть новую серию GTA еще сегодня или завтра, давайте мы наберем 250 лайков. Как только мы это сделаем, то сразу же выходит новая серия GTA. Поэтому, ребята, еще раз скажу, если вы ее хотите видеть сегодня или завтра, просто поставьте лайк, я буду очень сильно этому рад. И также я общаюсь со своими подписчиками, если у вас есть желание со мной пообщаться, что-то спросить, что-то посоветовать, или еще что-то, просто-напросто оставьте свой комментарий. Я с удовольствием его прочитаю, и также постараюсь на него ответить и пообщаться с вами. Также, кто еще не подписан, я буду рад, если вы подпишетесь, я рад каждому новому подписчику, поэтому не стесняйтесь, вступай в нашу большую дружную семью. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!